давайте поговорим о словах вообще, которые обозначают любовь. Любовь – это чувство неземное. Есть два иероглифа. Один иероглиф – это «ай», обозначает любовь, и другой иероглиф – это «кои», тоже обозначает любовь. «Кои» – это больше такое эгоистическое чувство. Например, слово «хацкой». «Хацкой» – это первая любовь. Или, например, «щцурен». «Щцурен» – это несчастная любовь. Если же говорить про иероглиф «ай», то настоящая любовь, то есть обоюдное чувство. Этот иероглиф тоже использовали для того, чтобы выражать любовь к Богу, там, к Будде. Признание в любви «айштеру». «Айштеру». Эмма, Субару-кун, айштеймас.